Игрушка, летающий глобус. Гравитационный, левитирующий, еще называют. Вот так. Выглядит. Идея такая. Дунем. Вместо глобуса будем использовать мячик. Теннисный. Туда это и будет вращаться теннисный мячик. Такой ни на чем не подвешенный. И это будет у нас призом АТК. Ежемесячный. В будущем. Сейчас изобретается, я как раз в шоке от этого 3D-принтера.